покажи видео, а то он козлина может не показать. А что за видео, козлина? Какое видео? Ну, она говорит, козлина ты, и ты можешь не показать. Дима, я хочу сказать, что ты вообще подонок, лицемер, мерзавец. Как таких вообще земля носит? Как я вообще могла быть с таким мужчиной? Я в тебя в душу вложила, я тебе верила, а ты так со мной поступил, ты меня использовал. Так вот, тебе моя ответочка. Вещи? За все. Я освобождаюсь от тебя. Я сжигаю все твои фальшивые переписки. Какие это переписки? Какие переписки? Все твои люблю, куплю. Как сильно я люблю тебя, Оля. Лицемер. Чухня. Так, я забываю тебя раз это и песни навсегда. Мои, что я писал. Все, что за полгода ты мне подарил. Топик. Телефон сожги. Ага, нет. Телефон сожгла? Мишка. Ну, Мишка, да не зачем? Мишка нет, это я ей подарил. Вот эта игрушка, которую ты подарил. Здравствуйте. Первый день нашего знакомства. Мишку жалко. Я тоже ее. Сожгу ее напрочь, все, от всего избавлюсь. Вот эту собаку, которую ты прилетел на остров, мне изменил с бабой в аэропорту, которую ты потом привел на проект. Эта собака была моя любимая. Я аж слезы. Я тебя забываю, как страшный сон, я тебя отпускаю. Ну, где это можно далеко и подальше. Какие-то чертям строят отношения с этой Олей Райской, это твой уровень. Ты никто и звать тебя никак. Я тебе сделал на этом проекте. Я тебе сделал. А ты... Ты фальшивый. Все, я не хочу вообще, все просто.